Привет-привет! Видео по горячим следам премии Муз-ТВ. И, конечно, мы с вами обсудим наряды. Скажу сразу, что я не намерена сейчас плеваться ядом, никого я критиковать, естественно, не буду. Только мы с вами обсудим, как можно улучшить не совсем удачные наряды. И заодно вы посмотрите, как удачно подобранные аксессуары могут просто вытянуть весь образ. Пару слов об организации самой премии, самой церемонии. Я думаю, что организаторам лучше на следующий год вести все-таки какой-то минимальный дресс-код, чтобы не было такого разброса, что кто-то пришел в майке и джинсах, а кто-то в совсем каком-то театральном наряде. Из-за вот этой пестроты совсем уровень, впечатление об уровне самого мероприятия сильно снижается. Я возьму буквально 5 нарядов, которых я сразу увидела, что можно исправить. Не буду затягивать, давайте смотреть. Первый наряд Дани Милохин, полностью практически копирка образа Майкла Ури с Медгала 2019 года. Но есть сильная разница между вот этими двумя мероприятиями. Если Ури пришел на бал Института костюма, уже была заявлена заранее тематика, это кэмп, то есть это что-то такое театральное, вульгарное, слишком вычурное. Понятно, что как актер, да, этот образ ему подходит, потому что получается, как он плавает между женскими и мужскими образами, потому что даже все остальные детали как бы в шахматном порядке. То есть здесь женское, здесь женское, здесь женское, здесь мужское, здесь мужское. И даже эти, если два наряда разъединить, то сами по себе они уже выглядят хорошо. То есть там будет интересный такой пиджак, интересный костюм и интересное платье. Что касается Дани, на премии он был ведущим. Тематика — это популярная современная музыка. Его популярность не вызывает никаких сомнений. Помимо ТикТока он еще и исполнитель. И, конечно, его наряд мы воспринимаем немного по-другому, больше через его творчество, через его протест, через вот такую популярность. Концепт понятен, два гендера, две личности как бы в одном человеке. Что меня смутило? Сильно хромает стиль обоих нарядов по отдельности, то есть это самый обычный какой-то школьный костюм и обычное даже детское розовое платье, такие же детские босоножки, какой-то бантик, по отдельности они выглядят не очень красиво. Оставим тот же самый посыл с подростковой такой очаровательной бесполостью, но при этом повысим, так сказать, градус стиля. В образах я рекомендую Дане ориентироваться на корейских айдолов и американских рэперов, такой, чтобы это был микс. Не зря мы живем в России, мы можем взять самое лучшее оттуда и отсюда. Пиджак я выбрала такой немного косплейный, как из аниме, то есть там будет такой темно-синий бархат, большая бабочка, галстук, как будто это платок завязанный, как в 19 веке. Очень запоминающийся образ из манги аниме. Я видела тиктоки, где Даня наряжается в юбке, платье, я вижу, что он выбирает в основном это лоли-дресс, короткие юбки, поэтому и платье я предлагаю выбрать примерно в этом ключе, но более вечернее, более спокойное, минималистичное. Что касается обуви. Я представляю, как трудно отвести целое огромное мероприятие, когда у тебя одна нога с каблуком, другая без, поэтому предлагаю все-таки выбрать на плоском ходу обувь. Если для женской половины мы берем, например, сандали под Шанель розовые, они популярны, их девочки с удовольствием сейчас носят, а на другую ногу я бы выбрала один кроссовок из пары Off-White. Макияж я тоже сделала бы другой. Я бы не стала повторять ту же самую задумку, которая была у Ури. Подвела бы глаза черным, то есть такой типа смоки. То есть это больше будет ассоциация не с женственностью, а с чем-то более эмоциональным, более чувствительным, таким творческим. И заменим невыразительного единорога, как будто он из автомата, вот где игрушки достают, на мишку, который произведен, по-моему, стритвер брендом Palm Angels. Я думаю, что такой образ больше подходит Дане, потому что он более актуальный, более свежий и ему по возрасту. А как вы считаете, какой образ Дани подходит больше? Мой или тот, который у него был как раз на премии? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Номер 2. Ксения Собчак. В целом хороший образ. Платье российского дизайнера, который, правда, очень сильно похож на Жак Мьюз, но это не важно, потому что мода есть бесконечные повторения друг друга. Удачно подобран макияж и прическа. У Ксении узкие такие худые плечи. Хорошо выглядят, когда они открыты. Опять же, такие ассоциации с французскими дамами в корсетах, ботфорты, все в тему. Здесь вопросов нет. Что мне не нравится? Здесь явно не вписывается черный ремень. Во-первых, цвет черного больше нигде нет. Во-вторых, пряжка квадратная. Сама вот эта форма квадрата вообще ни с чем не привлекается из элементов костюма. Тип фигуры у Ксении такой, что талия выражена не сильно, поэтому и не нужно вообще использовать никакой ремень. Если ремень убрать совсем, то область вот этого в районе живота, она выглядит какой-то пустоватой. Конечно, что-то нужно добавить. Если это не пояс, то что-то, что будет закрывать от талии вверх или совсем вниз. Я предлагаю выбрать белый
белую кожаную баску портупею вместе с такими кисточками. Там есть фигурные вырезы, которые будут перекликаться с остальными элементами костюма. Концепция образа еще больше усиливается и становится правильное соотношение всех цветов. До этого такого персикового и белого было одинаково, а теперь белого больше. Третий образ — Светлана Лобода. Мне нравится, как выглядит боди, оно подчеркивает фигуру. Очень красиво, но сами леггинсы странноватые. Еще бросается в глаза, что выбраны как будто первые попавшиеся черные базовые туфли, их тоже нужно менять. И очки тоже, к сожалению, не слишком трендовые. Вот эта узкая полупрозрачная форма была актуальна год назад, сейчас лучше отдать предпочтение более массивным очкам. Что можно сделать? Отталкиваемся от типажа. У Светланы такие крупные, выразительные черты лица, ей точно, абсолютно точно нельзя мельчить, иначе потеряется вся харизма. Ей сам Бог велел носить все такое же крупное, яркое, интересное. Поэтому, чтобы подчеркнуть ту красивую линию, вот низ боди, там явно напрашиваются вырезы. Туфли я заменила на ботфорты, но не те, которые идут чулком, а те, которые будут расширяться кверху. Кстати, заметьте, как более аккуратно стали выглядеть бедра, хотя они и без этого хороши. Маленькие очки я заменила на крупные, добавила такое ожерелье-платок серебристый на шею и браслет на предплечье такой же серебристый. Платок перекликается с ботфортами, такой а-ля Дикий Запад. Согласитесь, что вот теперь Светлана выглядит как суперзвезда, правда? Номер 4. Оля Бузова. Здесь мне не нравится почти ничего. Я сначала думала, что вообще этот наряд нельзя спасти, но все же кое-что сделать можно. Понятно, что задумка была в том, чтобы изобразить птицу, такую жар-птицу или птицу Феникс, но сам материал выбран не слишком удачный, больше напоминает такую фольгу, какое-то одеяло спасательное. Птица Феникс, которую снова придают, и она снова возрождается, все понятно, будем отталкиваться от этого посыла. Если это концепт как бы убитой птицы, которая вот сейчас охвачена пламенем и уже вот сейчас возрождается, то имеет смысл сделать внутреннюю часть костюма черной и убрать вот эту вот красную странную парчу с опушком, а внешнюю часть, наоборот, оставить золотой. Золото будет сильнее бросаться в глаза. Во-вторых, я бы увеличила ширину меха, который изображает огонь. Сейчас она выглядит совсем несерьезно, раза в 2 или в 3 точно ее можно увеличить. Я заметила, что Оля часто вдохновляется образами Билли Портера, я и сама от них без ума однажды, когда я увидела вот этот образ, где шляпа с раздвигающимися шторками, это было такое для меня сильное потрясение, что я, наверное, забыть об этом не могу до сих пор. Поэтому что я предлагаю Оле сделать? Добавить что-то вроде вот этой шляпы, только эти шторки заменить на нити с черными бусинами, то есть издалека это будет выглядеть как такая большая шляпа, как траурная, что ли. Кстати, у Оли тоже крупные черты лица, ей противопоказано мельчить. Я предлагаю все-таки заменить туфли на длинный чулок черный или такие же ботфорты, но которые не будут расширяться кверху, а наоборот, которые будут вот идти носочком. И давайте сравним, что получилось. Как вы считаете, где наряд сильной артистки, которая только что пережила любовную драму, а где наряд артистки, которая оделась в остатки реквизита драм-кружка? Оля, увольняй стилиста вообще без сожалений. Последний образ — Клава Кока. Мне очень он понравился. Самый такой интересный, который хочется рассматривать, но хотя все сделано очень просто. Мне напомнил этот лук творчество Жан-Поля Готье как раз в то время, когда он создавал костюмы для Пятого элемента. Есть в этом что-то и от инопланетянки, и от киборга. Что можно поправить? Неудачный верх юбки, вот эта резинка белая. Она находится и не на талии, и не на бедрах, где-то вот посередине. Я бы ее заменила на цельнокроенную вот эту юбку уголком, причем добавила бы второй разрез, чтобы было видно обе ноги. Понятно, что юбка добавлена исключительно для комфорта, не всем приятно ходить перед сотнями или тысячами людей почти раздетой. Ну и эту юбку можно сделать удачным дополнением всего образа. По поводу прически. Круто, что она гладкая, добавляет такой какой-то пластмассовости и искусственности. Но из-за того, что мы живем в России, то вот этот прямой пробор и длинная коса больше у нас ассоциируется с чем-то таким, с древней такой русской красотой. Но при этом ни один элемент костюма с этой идеей не перекликается. То есть там нету никакой там буквицы, нет никакого переплетения, напоминающего вот как плетение бересты. То лучше заменить такую прическу на тоненькие косички, которые идут вот назад и собираются в одну большую косу. Кстати, я думаю, что здесь еще классно будут смотреться кристаллики, которые будут соответствовать каждой вот этой косичке. Еще, по-моему, не слишком удачный макияж глаз, он слишком темный и вечерний. Конечно, может быть, это сделано для того, чтобы поменять наряд уже на сцене, чтобы он макияж больше подходил ко второму наряду. Но я думаю, что тогда лучше выбрать такой макияж, который бы одновременно бы подходил двум нарядам. Сравним, что получилось.
Вот и все на сегодня. Пройтись абсолютно по всем образом, конечно, времени не хватит. Это была экспериментальная рубрика. Напишите, пожалуйста, понравилась ли она вам и стоит ли ее продолжать, если в России или в мире случается что-то такое важное и масштабное. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, если еще не подписались. До новых встреч. Пока-пока.